Привет, друзья! И добро пожаловать на мой канал вкусного и здорового питания. В этом видео представлен рецепт шоколадного печенья из акары, для приготовления которого понадобится 1 стакан цельнозерновой ржаной или пшеничной муки, полстакана акары, 2 столовые ложки какао-порошка, 4 столовые ложки сиропа топинамбура или любого подсластителя и 4 чайные ложки растительного масла. В чашке смешать муку, какао и акару. Смесь растереть. Масса должна получиться рассыпчатой. Добавить растительное масло и подсластитель. Размять руками до однородной массы. Из теста сформировать небольшие шарики и слегка прижать их сверху. Выложить на противень, покрытый пекарской бумагой. Выпекать в разогретой духовке до 170 градусов 30 минут. Пробуйте и наслаждайтесь. Не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться с друзьями. Нажмите обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Питайтесь правильно и будьте здоровы! Пока!